Привет, друзья. В Европе, в принципе, не все так и плохо. И в этом видео объясню, почему в Европе фактически нет рыболовного браконьерства, то есть нет браконьеров. В отличие, к примеру, от нас, от РФ. И как Европа, в принципе, покончила с самим браконьерством. То есть воровать, в принципе, там водные биологические ресурсы, а браконьеры не воруют водные биологические ресурсы, у государства становится невыгодно. В отличие от РФ. Почему в нашей стране все законы, которые направлены на борьбу с браконьерством, толку не дают. А именно ситуация похожа чем-то на ту, когда стреляют из пушки по воробьям. Для примера возьмем браконьеров-сеточников. Есть браконьеры-любители. Эти большого вреда, в принципе-то, не наносят. То есть ловят они небольшое количество. Браконьеры-любители. Не нужно путать со вторыми. Это ОПГ. Рыболовное ОПГ. Если браконьеры-любители ловят там бабки на уху и внучкам на шоколадке, много они не выловят. А вот рыболовные ОПГ – это те ребята, которые перекрывают километрами реки сетями. Вот те вылавливают тоннами рыбу. Вот эти ребята, конечно, наносят вред огромный. Все законы, которые приняты в нашей стране против борьбы с браконьерством, они направлены на борьбу с браконьерами-любителями. Подчеркну для себя. Много эти браконьеры-любители рыбы не выловят. В отличие, опять же, от рыболовного ОПГ, то есть это сокращенно. Полная расшифровка, организованная преступная группировка. Вот. У этих ребят есть не только связи, где нужно, они также есть у них и оружие. В отличие от рыболовных групп, браконьеров-любителей, у которых также нет ни оружия, нет никаких связей. Вы скажете, ну на это же есть, это как его, рыб-охрана. Рыбохрана, рыбинспектор, один или двое. Чего они полезут против ОПГ? Вы полезете? Я вам сейчас приведу пример. Ну, полезу, начну тут кивы махать. Там, я рыбинспектор. О, Рэмбо, ёкарный бабай. Ну и что? Против ОПГ. Организована преступная группировочка. Да? Этого рыбинспектора в дальнейшем потом довыпендриваться, кивы домашек. Положат в лодочку, свяжут ручки-ножки и сверху бросят два мешка с песком. Вытащат на середину реки эту лодочку, делают дырочку в дне лодочки, и все. Пока в гости пескариком. Все. Весь этот выпендреж, в принципе-то, и закончится. Это же все-таки преступная группировка. И кто эту лодочку с этим рыбинспектором там на дне водоема найдет? Да никто. Эту лодку потом в дальнейшем замоет. Поэтому рыбинспектора прекрасно это понимает. А теперь поставьте себя на место того же самого рыбинспектора или рыбинспекторов. Вы сами полезете, не полезете. И они, в принципе, не лезут, потому что у всех есть семьи, есть дети. Двум или одному рыбинспектору против ОПГ ничего не сделать. Здесь понадобится ОМОН, группа захвата, спецназ. Для того, чтобы их задействовать, то есть группы захвата, и запросить, вот, заручиться этой самой поддержкой спецподразделений, которые справятся, в принципе, с этими ОПГ, понадобится собрать кучу доказательств. Ага, так вам ОПГ и даст этим рыбинспекторам собрать кучу доказательств. Я уже приводил пример, чем может, в принципе, это все закончиться. Лодочку положат, свяжут, сверху пару мешков с песком бросят, вытащат на середину реки, и все, гудбай, прощай. Вы спросите, ну и как же тогда с этим ОПГ справиться? Европа, в принципе, европейские государства как раз сделали то, что будет противодействовать всем рыболовным преступным ОПГ. А именно, отобьет напрочь желание ловить. Все очень просто. Сделали они и приняли закон не против самих браконьеров, а против тех, кому они рыбу сбывают. Представьте, ОПГ, да, выловила она несколько тонн рыбы. Тонн. Куда они пойдут эту рыбу сбывать? На рынок торговать? Много придется и долго продавать? Нет. Они будут сбывать ее в продуктовые точки. Так делается в России. То есть рыболовная ОПГ, которая вылавливает тоннами рыбу, перекрывая сетями реки, в дальнейшем потом сбывают эту рыбу в продуктовые точки. Продуктовые точки берут, то есть покупают у них и отдают деньги. Именно рыболовному ОПГ это и нужно. Они перекрывают сетями ради денег, продавая выловленную рыбу, как говорится, продуктовым точкам. А в Европе
приняты как раз те самые законы, которые это все желание отобьют. У любого продуктового магазина или склада, или фирмы есть лицензия. Если такой факт будет замечен, что в Европе, допустим, какая-то продуктовая точка, как говорится, купила рыбу у браконьеров, то эту лицензию на право торговать продуктами питания просто отберут. Добавок ко всему, будет этой продуктовой точке выписан огромный штраф. Для тех, кто не знает, в Европе получить лицензию на право торговли не так-то просто, как, в принципе-то, в России. Там достаточно, как говорится, нужно будет пройти ряд курсов, заплатить ряд пошлин, оплатить, и потом уже в дальнейшем комиссия рассматривает, давать вам лицензию на право торговли продуктами или не давать. А если у вас эту лицензию отберут, допустим, вам комиссия дала, хотя бывают такие случаи, когда человек проходил необходимые курсы, платил все пошлины, и комиссия ему эту лицензию на право торговли не давала. Ну а если вам, у вас, точнее, эту лицензию вы получили и отобрали по какой-то причине, второй раз в Европе вам лицензию на право торговли продовольственными товарами больше не дадут. Поэтому все в Европе продуктовые точки, которые торгуют продуктами питания, как говорится, своей лицензии на право торговать продуктами питания очень сильно дорожат. И при этом знают, что покупать, допустим, мясо или рыбу у браконьеров, то есть, которая добыта незаконным путем, небезопасно. В том плане, что можно лишиться, во-первых, лицензии, и ее больше потом не получишь. И добавок ко всему еще выпишут штраф, который придется в Европе заплатить. Во всех европейских государствах. Чего не скажешь, в принципе, про нашу страну. Как происходит ситуация в нашей-то стране? Рыболовная ПГ, которая была или там десятки тонн того же самого леща, потом просто сбывает эту рыбу по всем продовольственным точкам, получает взамен денежку. У нас такого закона нет, который бы мог отобрать лицензию на право торговли. То есть и тем самым запрещал бы покупать ту же самую рыбу или мясо, которое добыто незаконным путем. В нашей стране, в принципе, получить лицензию на право торговли гораздо проще, чем в Европе. Очень легко. Даже если у вас, как говорится, эту лицензию на право торговли продовольственными товарами отобрали, ничего страшного. То есть, был хозяин Иванов, стал хозяин Петров. И все. Он получает новую лицензию без всякой комиссии, без всяких пошлин. Очень, в принципе, это легко. И магазин, который назывался, допустим, «Лютик», превращается по названию в «Ромашку». В принципе, это и все. Новая торговая точка. И можно, в принципе, снова торговать. То есть, в том плане, что если, допустим, лицензию и отобрали магазин, закрыли там, допустим, перетравили всех чем каким-то недоброкачественным товаром, ничего страшного в этом нет. То есть, достаточно просто поменять директора, переименовать магазин, здание остается тем же, вот, да, и все, торговать, продолжать дальше. Это минус. Для того, чтобы в нашей стране, в принципе, ликвидировать вот это самое браконьерство, да, рыболовное ОПГ, надо ликвидировать точки сбыта. То есть, чтобы ОПГ не было точек сбыта, чтобы ставить сети было уже в этой ситуации, в принципе-то, нерентабельно. Ну, наловили они там тонну, поймали 2, 3, 5, 10, а сбывать-то куда ее? Некуда. На рынок, повторюсь, торговать никто не пойдет. Ну, продадите, можно продать там, не знаю, килограммов там 5, 6, 10, ну, несколько тонн рыбы, допустим, с десяток тонн вам не продать. Она просто прокиснет вся. Да и сидеть там придется на этом рынке долго и упорно. Поэтому ликвидировать нужно всегда точки сбыта, чтобы браконьерам ОПГ, рыболовным, не было куда сбывать. При помощи штрафов, так как у нас, я уже говорил, лицензию фактически не отобрать, то есть ее получить весьма очень легко, значит, нужно использовать против тех же самых торговых точек, которые покупают рыбу у браконьеров, огромные штрафы. Да, чтобы покупать им эту рыбу у браконьеров, было просто торговым точкам невыгодно, нерентабельно. То есть, купили, допустим, рыбы на 50 тысяч, а штрафы заплатили, допустим, на 5 миллионов. Ну, кому после этого будет покупать эту рыбу у браконьеров выгодно, невыгодно, нерентабельно? Только таким способом можно, в принципе,
ликвидировать браконьеров, в принципе, на реках, чтобы отбить у них желание устанавливать те же самые сети, для того, чтобы потом наловить кучу рыбы и продать ее, и за это получить денежку. Других вариантов для борьбы с браконьерами, в принципе-то, нет, потому что пока есть спрос, куда сбыть рыбу, всегда будет и предложение. Так как-то.